Леньков Александр Сергеевич родился в 1973 году. Актер театра и кино, народный артист России 1997 года, один из самых узнаваемых и востребованных артистов после окончания в 1964 году. Театральное училище при Академическом театре имени Моссовета стал актером этого театра, в котором служил до конца своих дней. Он сыграл более чем в 60 спектаклях. Первая роль в кино – Феликс Фаняков в фильме «Непридуманная история» 1963 года. Но всесоюзную славу артисту принесла роль Семена Лагоды в комедии «Ключи от неба» 1964 года. За годы творческой жизни сыграл более чем в 130 фильмах и фильмах-спектаклях. Последняя роль в кино – Серафим в фильме «Умельцы» 2014 года. Помимо работы в театре и кино работал на радио, принимал участие в озвучивании фильмов и мультфильмов, преподавал в ВГИКе. Скончался Леньков 21 апреля 2014 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище, участок 8А.